На создание комфортной городской среды во дворах в областном бюджете деньги выделены. Ремонтируются несколько сотен дворов региона, которые выбрали представители общественной комиссии. Например, уже отремонтированы дворы домов номер 12 по улице Уютной и номер 37 по проспекту Гая, где заменили асфальт на проезжей части, обустроили тротуары, убрали старые деревья, установили скамейки и урны. На остальных территориях работы активно ведутся. Наша съемочная группа вместе с губернатором Сергеем Морозовым и представителями городской администрации проехали по дворам, где работы еще не закончены или совсем не ведутся. Плохо дело обстоит там, где жители не могут договориться между собой. Там жалоб очень много, они не систематизированы, их трудно понять. На первом месте я бы обозначил это асфальтирование придомовых территорий. Второе место занимает традиционно это снос аварийных и переросших деревьев. Вот. Ну и дальше уже как бы почетное третье место делится другими, скажем так, бытовыми проблемами, связанными с эксплуатацией жилищного фонда и придомовых территорий. В списке и водоотведение, и установка детских площадок и парковочных мест. Там, где жители сами не могут решить, что нужнее, власти помочь трудно. В самом деле, что строить, сколько выделить денег, кого присылать, асфальтоукладчиков, строителей или электриков? Обозначить свои приоритеты и создать примерный проект организации дворового пространства должны сами жители-хозяева. На станкостроителей 21 без участия собственников смогли сделать только ямочный ремонт дворовой территории и выявить необходимость сноса 20 аварийных деревьев. Жители недовольны властью, но виновата ли она в данном случае? Вот в этом году разыграли 1 миллиард рублей на благоустройство. У нас несколько сот дворов по всей Ульяновской области приводятся в идеальное состояние. А если вы не хотите участвовать, кто за вас будет здесь участвовать? Да люди уже не верят, потому что никому не ничего. Не верьте, дальше сидите. Ну и дальше сидим, так вот и сидим. Вот, на заднице ровно. А в соседнем дворе будут делать. И делают. Пусть и не в соседнем дворе, но в этом районе. Войти в программу формирования комфортной городской среды жители Кузоватовской 45 смогли, объединившись и сформулировав свои пожелания по организации дворового пространства. Место есть всему. Дорога, парковочные карманы, детская и тренажерная площадки. В проекте создание хоккейного корта. Тротуары уже сделаны, есть проблемы с ливневками, но их строители обещают решить. Нам многое хочется, и мы многое делаем сами. Вот посмотрите сами, у нас цветы кругом. И с этой стороны дома, и с той стороны дома цветами занимаются лично пенсионеры. У каждого свой участок, они очень бережно к ним относятся. Ходим сами, поливаем все. Ну, вот так вот мы очень любим свой дом. На встрече с губернатором жители пожаловались на несанкционированную торговую точку. Сергей Морозов распорядился убрать из-за дома развальный микроавтобус, с которого торгуют продуктами питания. Завершить основные работы по всем дворам, попавшим в программу, планируется к 1 октября. После наступления холодов монтировать освещение и малые архитектурные формы. Пассивно ждать, что кто-то добрый придет и сделает двор уютным с точки зрения всех, в наше время не приходится. Дело не в деньгах, а в адресном подходе. Созидательная активность в плане благоустройства только приветствуется. Но для этого, как сказала жительница дома 45 на улице Кузоватовской, нужно любить свой дом. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.